Саша готов? А поддержим его криками, аплодисментами. А я пока буду отходить от Филипп-Бипа, очень сложно. И барспин через тритовую пирамидку. Но фут кан-кан. Быстро, быстро, резко от гола сел. Какая красивая трешечка. Все как по учебнику, как Википедии. Новый фут на новый фут конка. И это, кстати, очень сложный трюк, можно поаплодировать. Чем мне нравится этот райдер, тем, что он, в принципе, импровизирует и не делает таких трюков, как все. Его новый фут кан-кан и вариации на эту тему вполне себе достойны шума. Теперь время на один трюк. Вот эти новые кан-каны мне честно напоминают полеты Трея Джонса. Вот такой замечательный трюк, пришедший к нам из мотофристайла. Да, хорошо, давай. А под себя готовится Юра. И я считаю, трюк засчитан. И...